Сейчас стою, жду свою дочку с внучкой. Я после парикмахерской. Позавчера была в парикмахерской. Еще осталось так чуть-чуть. У нас такая погодка нейтральная. Плюс 6 градусов. Поехала с сыном по делам там. Он мне помог кое в чем. Потом мы зашли в Росман. Я купила там хозяйственные всякие штуки. Мыть квартиру всякие штучки. Идет моя внучка. А мама выйдет потом. Он магд за Вайнахтсман? Я. Шоколады Вайнахтсман. Я, ich habe sogar einen riesigen bekommen, wo der Nikolaus schon vorbei war. Da stand es einfach so in der Ecke bei der Tür. Ага. Elisabeth auch so eine Jacke haben, wie ihr das habt. So eine glitzerige. Mom, kannst du dich noch erinnern, wo ich viel war, hatte ich auch so eine Jacke, aber die ist jetzt gerissen. Да, да. Она говорит, она ее порвала. Мамка, чтобы они мне сдать. Жалко. И сапожки хорошие. Лила штифель хаст, да? Да. Поместилась? Там еще мать аншлайн. Как мы еще... Дочка уже сложила сумки. Она пользуется эпом, а я еще себе не сделала такое эп. Приложение в телефон. Вот я на 50 евро купила. И дочка где-то на 50. Мы водичку еще купили в Реве. Что ты такого интересного увидела? Да ничего, я все как-то... Я мясо купила. Уже на Рождество гночи, картошку. Если ты его будешь замораживать или? Ну да, я положу в морозилку. Mm-hmm. Такое филе. Mm-hmm. Его можно в духовочке с мясом, с чесночком. Mm-hmm. С мясом. Mm-hmm. Перец, соль и это. Творог такой, как русский, вот 2 евро. Mm-hmm. Изюмчик. Рыбу там купила в Ангеботе. Вроде так все дешево, а в сумме получается много. Свежих хлеба купила. Да, свежих. Там можно резать. Я не режу. Боюсь. Да, да. Даже научилась. Да? Угу. Молодец. Могла бы тебя порезать, Аля любит с ним. Резать. А, сок меня сын попросил купить. Но гранатового не было, я купила. Виноградный и апельсиновый. Пирожные заварные такие, 3 евро. И коричневые такие же. Тирамису тоже 3 евро. Всякие такие. Yeah.
Такие взяла. Такие вот французские с башни. Такие вот есть. Для бровей. Сталинги для бровей, туши. Помадки. Тортик сейчас купила в Бакерай Штайнбринг. Такая вот бумажка. Это такой Херен торта называется. С шоколадом он идет, с такими вот штучками. Шоколадный, с какао. Слоеный такой. И вот за эти два кусочка я заплатила 7 евро. Он идет по весу, развешивается. Я за 7 евро могла купить целый торт в коробке в супермаркете. А в Бакерай, в этой булочной, так дорого цены. Но иногда надо себе позволять такие вот сладости, мои дорогие. Приятного. Сегодня первый адвент. Мы такой купили декорацион такой у нас. Рис со стейком, с кислой капусточкой, кимчи и огурчики. Приятного аппетита, мои дорогие.